предпоследний ряд нашего капюшона. Мы убавляем здесь 2 петли. Потом с лицевой стороны мы закрываем петли. Последние 3 петли нужно убавить сразу лицевой. Дальше мы будем вязать крючком троечкой столбики с одним накидом. Нужно провязать в каждую петельку ряда нашего капюшона. Потом нужно будет сделать из воздушных петель веревочку и вдеть через одну петлю. Прямо вот здесь вот наши столбики с одним накидом, между ними просовываем веревочку. Значит, круговыми спицами неудобно будет вам вязать рукав. Нужно будет приобрести еще одни спицы, четверочку, набрать по окружности нашего рукава и вязать наш рукав. Длину рукава, когда свяжете, будете мерить на ребенка и закрываете петли. А потом мы будем троечкой крючком обвязывать, покажу, рельефные столбики, резиночку. Здесь на каждой спице у меня по, так, сейчас скажу, 3, 6, 9, 10, здесь 14, 3, 6, 9, 10, 14, и здесь по 13. Это 28 и 26. Вот приплюсуйте, столько должно у нас по объему нашего рукава. Здесь, чтобы у нас дырочек, отверстий не было, вот здесь я уже прибавляла немножко петли, собирала, чтобы дырки не было. Вот.